День добрый, дорогие мои. Продолжаем катать в Евротрак Симулятор 2, версия 1.46. С вами Олег Драйвер, Драйвер Дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я в России, да-да, в Россиюшке, матушке. Населенный пункт Лакурти, недалеко от финской границы. Так, это у меня профиль реальная экономика. Что такое реальная экономика? Вот, ну да, вот то, что пореальней, то и реальная экономика. Мод стоит на реальную экономику. На сайте взял СТ-мод. Тихо, вышку задел. Так, ну что ж, давай за руль. И у меня уже есть груз. Немножко назад вернемся, на север. Так. Ага, так, все отлично. Так, вроде нормально все по звуку. Ну, я вроде ничего не убавлял. Должно быть все хорошо. Рядышком здесь прицеп только забрать и все. Так, коробка 10. КамАЗ 5410. Так, подожди. Точно? Ничего не путаю. Все верно, 5410. Так, модель 5410. 210 лошадиных сил и 10 коробка. Так. Готов, готов. Время уже 2 часа. Солнце ближе к закату. Потихонечку солнце садится. На дворе зима, но скоро весна. Так. Значит, в целом мне надо, значит, что делать? Я хочу потихонечку продвигаться на юг. Да, кстати, карта-то у меня какая, я же не показал. У меня же сборка стоит. Так, это Русмап. Промод я не стал покупать. Ну, собственно, стандартная Европа. В этом профиле по Европе еще не катал. Русмап, Южный регион, Казахстан, Сибирь, Волгамап. Ну, как бы, вроде все нормально зумируется, вроде все хорошо. Посмотрим. Ой, здесь можно долго, слушай, катать. Ехать, не проехать, да? И, да, Казахстан я уже сказал. Ну, и здесь, собственно, все вот обычные, ну, стандартные DLC. Все, едем. Едем. Налево сейчас. Сейчас отметимся. Мы прибыли. Сейчас отметимся и заберем. Сыр какой-то повезу. Так, ага, можно РФ поменять тудыма-сюдыма. Так, и что? У нас 15 тонн. И что мы можем взять? Да, собственно, все стандартно. Все обычно. Нормальный обычный РФ. Росагро. Ничего менять не надо. С палетниками. Все дела. Все отлично. Все хорошо. Так, козий сыр 15 тонн. Едем в Апатиты. Ну, чуть-чуть назад маленько на север вернемся и направо. В этих Апатиты, там еще какой-то городочек рядом, я там в этих степях не был. Ага, вижу свой прицеп, который мне надо забрать. Денег я еще мало заработал. Можно сказать, что ни хрена не заработал, да? Так, надо будет мне, наверное, еще... Так, интересный момент.
сейчас подъеду, надо будет посмотреть, у меня же у КамАЗа-то сиделка высоко стоит. Так, тихо, 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 перебор. Сиделка высоко. Так, стоп. Сейчас посмотрим, все проверим. Так, поехали. Оп, пардон. Ну да, высоковато. Оп. Надо маленько опустить вниз. Сейчас еще вспомнить. Ага. Все, до конца вниз. Хорошего. Так. Сейчас нам надо... Так, поднять машину. Так, ставим сразу в нормальное положение. И лапы сами еще немножко поднимутся. Их поднимать будет легко просто потом крутить. Так, ставим дорожное положение, транспортное. Все, отлично, вон лапы поднялись. Так, тут все мигает, тут моргает. Оп. Все отлично. Так, шланги зацеплены. Так, это у нас что, крона? Так, работают габаритки, работают рульки, работают поворотники, все работает. Русагра, группа компаний. Так, что теперь у нас? Что теперь? Надо посмотреть навигацию. Всегда надо смотреть навигацию. То мало ли куда заведет эта наша навигация. Мончегорск, я еще тут не был. Но если какой-то короткий груз и запотит будет в Мончегорск, я поеду. Если нет, то что есть, то и возьму. Зеленоборский. Кем. Сегежа. Медвежьегорск. Тут снимали фильм «Любовь и голуби» в Медвежьегорске. Мужик, кстати, тот дом, как-то смотрел видео, больно в запустении тот дом был, где этот фильм снимали. Такой в упадок пришел, там, по-моему, с голубятни сгорела или разрушилась, как-то сгнила вся. Купил мужик этот дом, восстановил усадьбу, все, вот настил этот восстановил, даже банки с бидонами, которые на заборе висели, которые тут выходил вниз, так к спуску к речке, да, и это тоже все повесил, и дом весь восстановил, рамы эти оконные на веранде, голубятню поставил, говорит, осталось только голубей, говорит, купить и завести голубей. Люди приходят, он бесплатно им тут все показывает. Вот мужик молодец вообще, вот просто красавчик вообще, реально. Есть 10 лошадей. Ну. Ну, 15 тонн для такого тягача в советское время это обычная нагрузка. Так, у меня что-то, по-моему, не очень у меня с настройками подвески. Так, так, дорожные происшествия, объезды. Так, давай-ка нахрен мы эти объезды вот поменьше сделаем. Вероятность осадков остается. Так, это остается. Так, что на руль? Интенсивность торможения. А что тут до хрена, по-моему, как-то. А, в половину меньше ее убрать. Так, устойчивость. Ну нет, все нормально. Все вроде как хотел. Ладно, хорошо.
О, Собакин. Ага, пока. Что-то я подъезжал, даже не обратил внимания, что тут стоит сторож. Бывает, передачка вылетает иногда. Чуть порезче сцепление бросишь, и все, нафиг она не включается. Приготовьтесь к повороту налево. Это же Поверните налево. не спортивная тачка, да, чтобы так резко сцепление. Раз, все, схватило. Надо времечко. Так. Главное тронуться первая, вторая, да, а там уже можно через передачу щелкать. Приготовьтесь к повороту налево. Поезда нету. Поверните налево. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ёшеньки-ёй-ёй. Ой, накосячил. Знак «Уступи дорогу» кому стоит? Соседу? Ой, косячник. Ай-яй-яй. Ну, ладно, я ведь только в этом профиле, я же только начал. С Европы приперся, да? Так, повнимательнее надо. Все это как-то так. Начинать с таких косяков. Ладно, все будет отлично. Сейчас уж солнце скоро сядет совсем. Мне 350 километров ехать, ёперный твой театр. Так, а чё мне сразу-то не посмотрел? Мне когда вообще надо быть на месте-то? Так, апатиты. Так, нас ждут в субботу утром до 2 часов дня. С утра до 2 часов дня. У меня, по сути, вот сейчас начало третьего, 20 минут почти. Ну, сутки у меня есть. Я не знаю, посмотрим сейчас. Приготовьтесь к повороту налево. Так, а у нас там есть где-то, если что, я на ночевку, если встану. Ага, ну полпути примерно вот где-то в этих степях вот будет, да? Но здесь стоянка есть. Так. Тут ни хрена нету. А, нет, тут еще есть маленько. Ну, в принципе, если что, ну, тут остается-то ехать. Ладно, поехали. Там будет видно. Будет видно. Поверните налево. Дорога почищена, это хорошо. Чистенько, все аккуратненько. И что прям тут заплатка такая лежит прям на снегу, да? Не очень-то бодро 210 лошадей 15 тонн тащат. Ну, ехать можно, зато более-менее реально. Ну, можно, конечно, что-нибудь помощнее сюда поставить, не обязательно прям
все по реале должно быть, какой базовый движок 740.10 стоял, то 210 лошадей, да, такой тут и стоит. Можно ведь и другой. Так, 9-10, так. Тихо. Ты куда так разогнался? И это тебе не спорткар. Ты высокий груз тащишь, 15 тонн. Прицепище вон какой высокий. Вроде бы зимний мод, но вот вроде все хорошо, да, вот снег на деревьях, дорога такая прям заснеженная, а вот вода нифига не поменена на зимнюю. Еще бы воду не поменять, вообще вот льдом ее закрыть и все, вот пожалуйста, водичка-то голубая, прям красота какая, да? Ну это же и нонсенс. Сейчас ведь зима. А у нас вода. Может, оттепель была? Да, и лед растаял, да? Прям такая оттепель, чтобы весь лед сошел. Чего, заработаю денег. И обновим автопарк. Но для персонала я все равно буду покупать обычные машины, чтобы мне не заморачиваться с этими модами. Обновился машинка, не обновился. А себе, наверное, Америку возьму. Думаю, пока про ВНЛ. Уж больно машина хороша. Ну, как получится, там будет видно. Не то, что сейчас ВНЛ-ки производят, а старые, предыдущие серии. Поворот. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Один момент, сейчас. Так, никого. Тут едет транспорт. Тихо. Продолжаем наш нелегкий путь. Ой, да ладно, что тут нелегкого-то? 270 километров осталось мне. Ну, может быть. Да, наверное, можно. И сегодня, наверное, рейс закончить. Так, за мной там целая очередь скопилась. Пока денег накопится у нас, можно катать и на КамАЗе. Поездим пока на КамАЗе. Так, а у меня что-то там... Ой, с кредитами, так. Я ведь
какие-то деньги брал. Опа, 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 опа. Опа, 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 па. Так, кредит. 8 миллионов у нас. Вот этот вот я самый маленький брал, да? Ага. Ну, я покупал, получается, у меня в гараже сейчас. Так, Масвод я первый брал. 412 лошадиных сил. Хорошая точила, вообще классная. Так. Так, а что у нас он? Так, водил это как работает? Все еще 0,8 у тебя. Что там по журналу-то? Так, пробег. Ага. Ох ты ж, ни хрена ты мне, минус 15 косарей прибыль. Но потом отработал 24, вернул 14 сверху. 7 в минус, 42 плюсом. Слушай, ты как-то так интересно работаешь. Бревна. И что? 7000 минусов? Блин, слушай, ты маньячище. Так, тетка на КамАЗе. Ой, ты какая. Стефани. Ладно, Стефани. Минус 14 тысяч убытка ты мне принесла. Ты коза. Что-то ты как-то яростно так работаешь. Слушайте, ребята, вы такими темпами, черт матери, меня разорите. Так, 3 миллиона у меня есть. И почти 300 тысяч. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Да. Ладно, посмотрим. Завтра еще за теткой понаблюдаю. Если что, уволю к чертовой матери. Я... Ну, ни хрена себе. Молодость какая, да? Первый же рейс, хлоп, убыточек мне такая несет. Да мужик тоже накосячил. На Мазай посадил. Такая машина зачетная, блин, а. Ночью-то по снегу. Смотри, как зачетно ехать. Классно. Дорога отсвечивает. Ой. Я раньше любил, когда в поселке жили, в районный центр на автобусе едешь утром рано, каникулы, допустим, вот зимой, когда заканчиваются, нужно съездить в районный центр, там в поликлинику, справку взять, что ты здоров, все дела. И вот утром рано едешь, а дороги ведь солью тогда вообще не сыпали, просто укатанная дорога и все было, почищенная, укатанная. Ну, с гравийкой не асфальтированная дорога была. Там уже потом на асфальт выезжаешь, так там, может быть, там где-то что-то песок с солью сыпали. А у нас дорога всегда чистая была. И на автобусе едешь. Приходили вот эти старые пазики, вот эти круглые, которые. Они очень теплые были. Кавзы, вот они холодные. Не знаю, никогда не встречал теплый кавз. А пазы всегда теплые, вообще обалдеть. Вот левая сторона у них особенно вот очень теплая. Особенно мне нравились полноприводные версии с одной дверью спереди. Вот это самый топчик машина была. Когда еще Соликамка старая была. Приготовьтесь дорога к повороту налево. Проблемно было, кстати, по весне. Поверните налево. Проблематично было, да. Проблематично было вот по старой трассе, по Соликамке ехать, там где-то через деревни я разные проезжаешь. А обычный пазик, вот если пускали его, да, с районного центра до нашего поселка. И по этим горам начинают шлифовать. Ну да, с горем пополам заезжали. Ну, можно было долго так проковыряться. Но потом как-то с разгону, с разбегу удавалось водителю заехать. Это я хорошо помню такую тему.
короткое видео сделать или больше слушай написать. Ну вот стоянку-то одну я проехал, заправку. Здесь еще вот одна есть. Ехать далеко, далеко, до сюда ехать далеко. Давай-ка мы с утра завтра пораньше встанем. А, сегодня такой первый видосик такой будет, коротенький, да? А, сейчас, значит, направо сюда на стоянку. И завтра уже в путь-дорожку с утреца. Время у меня есть, торопиться мне вообще незачем. По темноте ночью ехать. Двигайтесь прямо. Дальняк хорошо бьет. Хорошие лампы стоят. Так, сейчас направо пойдем. Ну, извините, ребята, у меня... О, пардон, пардон, пардон. Перед поворотом надо было. Переключаться. Извиняюсь, друзья. Расчет нового маршрута. Так, вот мы подъехали. Подъехали. Так, заезд. Ага, дальше. Заправляться не надо. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Заправка такая нормальная, большая. Вот мы, опа, опа, цепанул. Цепанул бордюр. Суперспециалист. Так. Ну что ж, Газпром. Так, ладно, все-таки утром заправлюсь. Пусть будут полные баки с утреца. Так, а вот я здесь поди зря встал. Тут останавливаться нельзя, здесь заправка происходит. Сегодня тут никому не мешаю. Нормалек. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылке под этим видео на мой плейлист «Реальная экономика ETS2». И на мою страницу ВКонтакте. Там полно скринов по Евротрак, по Американ Трак и, конечно же, по суровой России. Всем спасибо, всем пока, увидимся, до новых волнующих. Да, я отдыхать, поужинаю и баиньки.